Ну вот в этой меньше. Ну я сказала, 35-40 в зависимости от. Чуть-чуть как бы натягиваем кожу, да? Да. Да, там натягиваем. По руке. Сжимать. Как легче пациенту, да. Просто посмотреть, как легче пациенту. Здесь вообще совсем не пропадаю. Возможно, ретракция препарата, вот обратно его как бы возвратить. Это не до конца. Нет, это не до конца, ну, неправильная иголочка введена или что, или большое количество просто. Нет, есть техника на ПАШ, когда просто вот так быстро-быстро прокалывается, часть препарата остается, а потом он просто втирается как бы вот. Просто потеря большая. Жалко. Крови вообще нету, да? А зачем мне крупные нужны? Когда я делаю все в крови, у меня у пациентка. Зачем вы кровь пускаете? А вот гемотерапия. Если только что. Нет, ну бывает повышенное артериальное давление, да, там, конечно, будет кровить больше. Если препарат аспирин принял, да, вот, конечно, будет кровить больше. Если это пациент, который кардиопрепараты вот с утра принимает, да, разжижающие кровь. И у таких пациентов синяки обычно? Ну, если вы поверхностно колите, точки остаются от вкола. Но синяки – это уже глубоко. Если гематома, значит, уже глубоко вбили. Ну, очень экономно, конечно, и такой работе хватит на... Смотрите, сейчас мы израсходовали, у нас 0,7 осталось, а в шприце миллилитр, 0,3. Мы прокололи вот верхнюю зону уже все, поэтому вот я вам сказала, кому не хватает 1 миллилитра, либо большие папулы делаете, расход неправильный. Хотя это тоже какое-то инвазивное дело, процедура, да, синички? Так, кто у меня одевает перчатки? Кто не колол никогда? Вот сюда ко мне, все остальные на места. Кто умеет колоть, можно сюда. Кто не колол сюда, чтобы я видела, хорошо? Значит, те, кто не колол никогда, сразу вот я вам рекомендую приучаться колоть сидя. Это долго, вы сели и спокойно сидите. Если вы будете со шприцом вокруг бегать, ничего хорошего не будет. Садимся. Берем шприц удобно в руки. Сюда берем матку за пальчик, за мизинчик. Она вам не нужна, вот туда ее. Да. Смотрите, вы вот так ее поставили, вот, а этими пальчиками вы кожу фиксируете.
Между ними. Между, мой милый, вот сюда, да. Чуть-чуть надо еще что-то ввести. Спокойно, помягче, вот так. Остановись. Очень напряжены руки, мягче руки. Вади, 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 не больше, чем. Вот, а теперь выходи. Теперь чуть меньше по полу надо сделать. Так, мягче, мягче, мягче. Вот так. Давай. Все, выходи. Молодец. Сейчас расход препарата будет стремительно увеличиваться. Можно, можно. Нет, можно, можно, можно. Потому что справа удобно, слева не так удобно. Можно. Самое главное, никакого значения не имеет это. Поплод. Только не мини-кушетку нам не качать. Да. Отлично. Еще. Молодец, выходи. Отлично. Очень красивый поплод получился. Угу. Подкожный надо это делать. Подкожный. Угу. Отлично. Еще одно. Вот видите, если точки нарисованы, вам проще. Потому что так вы будете вправо, влево, вверх, вниз, и будет получаться не так потом красиво. Будет страшно-страшно красиво. Надо просто страшно. Молодец. Все хорошо? Угу. Я чуть-чуть, я по одной поплавке. Вот этого не должно быть, да? Волосы, это когда мы садимся, мы это все упираем, да? У кого длинные волосы, имейте в виду, пожалуйста. Что будете наклоняться, все это будет... Не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся. Вот так, выступила кровь. И что? Ничего страшного. Маловато, да? Обводить, да. И булочку не гнить, все хорошо. Все, молодец. Другую папку. Эдушка. Угу. Не волнуйся. Угу. Ой, все, молодец. Затряслась. Молодец. А мы вместе сейчас с тобой сделаем. Сиди, никуда не уходи. Затряслась. Я тоже тряслась когда-то. Тут такой, ты первый раз наберешь приз в руки, и столько. Сколько у вас человек сегодня, скажите мне? Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20 человек на тебя смотрит. Считай, как будто на выставке работаешь. Давай. Угу. Бери нормально, вот так. Смотри, вот так. Угу. Угу. Да, мандраж не прошел. Ну, ладно. Я возьму, и никто не увидит. Спокойно. Угу. Все, вводи. Все, молодец. Еще один. Молодец, все. Умница. Вот у меня мышку. Знаешь, что это? Глаза такие. Сами себе такие. Сами себе такие. Кто отработал яички, не стойте в перчатках, чтобы не было дерматита у вас. Наши профессиональные заболевания, что кожа сохнет, руки сохнут. Вообще, да? Вот за эту папулу будьте лично компенсацию выплачивать моей любимой заслуженной модели. Покажи. Ну, большая она. Я только отвернулась. Это 2 миллиметра, да? Вот. О, видишь, когда хорошо получается. Все, полегче. Так, все хорошо, полегче. Хорошо? Угу. Вот смотрите, у меня на лоб, на глаза ушло 0,3. А вы мне уже 0,2 на четверть щеки наводили. Держите.
Нет, это просто вот не торопитесь. Вы сели, как те, кто начинает. Вы сели и спокойно, никуда не спеша, вы работаете. Поехали. У меня еще руки вены, поэтому. Все вены работают. А это никого не должно волновать. Начинается кушетка не та, пациент не тот, шприц не тот, свет не тот. Хорошо. Поменьше только. Помягче, помягче. Угу, все, давайте. Ну, правда, чуть поменьше. У вас очки одни на двоих? Да, я и забыла. Аккуратненько и поменьше, бабушки, держите. Нет, сюда вводим. Да, там есть. Сюда вводим. Вот здесь вот, выше, пожалуйста. Меньше. Все, давайте. Еще одну. Все, отлично. Только поменьше. Помощники. Расточители гиалуроновой кислоты. Сразу видно, где были большие губы. Ну, вот эта зона, она. Такая здесь жира нет, да, поэтому здесь папулки, они и подольше будут держаться, и, ну, как бы воду притянет побольше. Как минимум умножаем на 2, но еще плюс. То есть если препарат, то есть ваша работа, она не должна стоить меньше 4500 никак. Да, да, потому что вы получаете процент от работы, вы на это тратите час времени, да, где-то вот пока навыки какие-то приобретете, ну полчаса так это точно, поэтому никак не меньше. В зависимости от стоимости препарата. Нет, 5 это минимум. Но смотрите, препарат стоит 3700, допустим. Да? Ну что такое 4,5? Это получается 1000 рублей. С этого вы получите 30% 300 рублей. А время риски. Конечно. Нет, биоревитализация это 7-7,5 тысяч. Что ж, 4-4,5. То есть есть вот 4-4,5, прибавляете стоимость препарата. Скажите, автоосложнение, в принципе, исключено, потому что в сосуды не попадаем. Если правильно делаете, сосуд, да. Как в эфире, то есть гиалуронидаза, да? Ну это как? Здесь это надо прям вену ввести внутривенно? Включено, да? Вот вы сказали, что шприц нельзя хранить там. Да. Как вскрыли. А филлеры воды. Сейчас я упаду в обморок. Сейчас вы меня потеряете в обморок. Если на одного человека делаете, именно на карет. Нет. Ну, да? Вот я вам что сказала. Ни одного семинара не проходит, но кто-нибудь. Один. Один-один. Упаковка, один клиент. Один упаковка, один клиент. Одна палка, две струна. И один день имеется в виду, что. Вскрыли, вы должны при клиенте утилизировать вскрытый шприц. Никакой декоррекции. Выбирайте препараты, которые дают вам точную коррекцию. Стабилизированную гиалуронку, которая дает вам точную коррекцию, которая не дает отек, которая не добирает объем, которая не возникает необходимость потом докорректировать. Если надо докорректировать, вы берете, открываете шприц и корректируете.
Да. А насколько близко? Совсем вот так. А верхний? Просто под брови. Вот это вот, вот, вот эта зона. Только на гликоне гиалуроновой кислоты присоединены. И еще пептиды, аминокислоты. Так, я правильно понимаю, это нельзя. Так. И конусы тоже папорос. Биорепарация. Поглубже. Не так поверхность. Так. Благодаря с вашей, вернее, благодаря вашей помощи на всю шею мне не хватило. Что? Что ничто не так? Нет, ничего. Почему такое выражение на лице? Жалость, я очень. Не хватило вам попробовать. Кто у нас там рядом со столиком стоит, я попрошу камбиальгель мне. А ругантин тоже самое, правда? Любой препарат, техника ведения, она такая. Ага, отлично. Угу. С биоревитализацией это вот так. Какой препарат вы для этого возьмете? Зависит от кожи, возраста. Камбиальгель, ингибитор гиалуронидаза. Можно его включить в стоимость и отдать. Спасибо огромное. Вот, например, на ее ругантин лучше делать или ругантин. Дорочка, спасибо большое. Спасибо вам большое. Так, мы закончили сертификат у Анастасии. Я надеюсь, что я вас не очень утомила, те, кто с утра. Спасибо. Спасибо большое. Все вопросы, они будут возникать, когда вы начнете работать, поэтому вы не стесняйтесь звонить. Всегда доктор в компании есть, всегда вам информационную поддержку окажут. А я здесь в среду в четверг. Настя меня не пускает, пока не свяжет.
со всеми, с кем кто хотел со мной связаться. Да. Надо у Насти спросить. Да. Спасибо.